Всем привет! Хочу продемонстрировать новую мою работу. Здесь у меня накладки от заводской эндуры. Заводские накладки от эндуры от фирмы Спайдерка. Вот. А то, что сделал я, выглядит вот таким вот образом. Вот. Значит, я назвал свою работу «Око», потому что сдалека может кажется, что это как бы чешуя или там кольчуга. Где-то на волны похоже, скорее даже волны, но если посмотреть ближе, как-то похоже на глаза такие. Вот. И у меня сейчас на видео будет два вида. Один оранжевый с черным, вот они здесь, значит. И на нож я одел, на свой нож я одел черный с синим. Также для заказа доступно черное с красным. То есть три цветовых решения уже сейчас можно заказать, купить. Вот, и немножко покажу и расскажу о накладках, и покручу ножик, посмотрим, как выглядят накладки на ноже. Ну, сразу скажу, что Спайдерка, а именно модель Эндура, мне как-то не очень нравится. Не любители вообще Спайдерок, вот, особенно здесь такой загнутый какой-то кончик, вот. Но надев эти накладки, честно сказать, нож вообще преобразился абсолютно. И эти накладки я решил как бы подарить и себе самому. Вот, потому что с такими накладками я готов пользоваться, носить ножик, и даже он мне нравится. Вот, так что накладки продаются отдельно, то есть нож не прилагается, накладки выглядят вот так вот, получаете комплект накладок, одеваете на свой нож и любуетесь, наслаждаетесь и хвастаетесь своим ножом. Вот, немножко свет повернем, может быть, лучше будет видно. Вот так вот. Значит, здесь у нас черно-синий G10, выполнен на фрезерном станке 3D, но 3D не простая и не золотая, 3D плоская. Если так посмотреть сбоку, рукоятки абсолютно плоские, ровные, и как бы ничего не цепляет, ничего не выпуклое, то есть такие классические рукоятки. А если посмотреть уже снаружи, с лицевой части, здесь, конечно, рисунок очень оригинальный, интересный, в виде волн, что ли. Вот. Но всем, кто видел, очень нравится, то есть необычно, оригинально и красиво на самом деле. Вот. Подгонка здесь можно видеть на высоте, все четко подогнано, очень плотно все садится. Вот здесь, значит, у нас будет логотипчик. Надеюсь, не сильно будет напрягать потенциальных владельцев накладок. Вот, клипса перекидывается на все четыре стороны, сохранены все заводские отверстия. Значит, все винты, все используется заводское, то есть купили, выкрутили свои винты накладки, установили эти. Если для кого-то это сложно, можете выслать свой нож ко мне, и все я сделаю для вас, и вышлю обратно. Сзади у нас установлен тоже, значит, из черного G10 классический такой бэкспейсер. Вот. Будут другие варианты, другие цвета, но на данный момент у нас вот такие вот, вот такой вот цвет. И вот такие вот накладки. Значит, снята фаска везде, ничего не режет, не колет, но должен сказать, что эти накладки, они уже по краям чуть-чуть, может быть, острее, чем предыдущий Ontario Red One. Вот. Но также, если долго работать, как бы ничего не колет. Все доведено до ума, насколько это все возможно. Также сближены чуть покрутим, повертим, посмотрим. Вот так вот все это дело выглядит. После того, как установлены были накладки, клинок сам отцентровался, уже никуда не бегает. Жесткость этого материала очень высокая. А с заводскими накладками, конечно, клинок постоянно приходилось корректировать. Ну, корректировал я его таким вот образом, то есть подавил, выровнялся. Лайнер здесь очень жидкий на этом ноже, как бы и вся конструкция, честно сказать, жидкая. А с этими накладками все намного жестче стало. А что касается веса, по сравнению с заводскими, добавилось 10 грамм, всего-навсего 10 грамм. Так что это такой, скажем так, добавка несущественная. Здесь также я пытался максимум выжать все соки из накладки, не делать их сильно широкими, не делать их сильно тонкими. То есть, чтобы и в руках лежало хорошо, и смотрелось красиво. Вот, ну, я думаю, получилось. Вот, и вот оранжевые накладки.
На нож я, наверное, одевать не буду. Хотя можно одеть, наверное, на ноже все-таки смотрится все по-другому, чем без ножа. Ну, наверное, сейчас одену и посмотрим все-таки, чтобы уже вживую, воочию увидеть разницу. Вот у нас оранжевые накладки на ноже. Чуть перетянул осевой винт, но ничего. Все выглядит уже вот так вот. И нет, не могу я, когда перетянут осевой. Сейчас мы корректируем. О. Теперь нормально. Вот так вот выглядит у нас, значит, оранжевые накладки. Вот. И сделай хитро, не стал вторую сторону менять, чтобы можно было сравнить, кому что нравится. Качество абсолютно такое же, выглядит так же. Единственное, могу сказать, что этот рисунок уже можно заказать на любой другой нож, например, на Ontario Red 1, на Military, на Paramilitary, то есть на разные ножи. Вот, эти ножи, например, у меня уже программа все есть, но пока я их, как говорится, в серийку не запустил, но заказы могу принять без проблем. То есть, если кто-то хочет другие ножи, Бараж, Бенчмейдовский, там, любой другой фирмы, тоже можно писать в личные сообщения, как бы, или любым удобным для вас способом свяжитесь со мной, телефон, mail, там, ВКонтакте, и обговорим все моменты. Вот так вот, значит, выглядят эти накладки, которые называются у нас «Око». Вот, ну, название не очень мне как-то все равно по душе. Если есть какие-то пожелания или предложения по названию, можно, конечно, рассмотреть. Так что вот так вот. И вот так вот все это дело у нас выглядит по сравнению с заводскими. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго, потому что регулярно буду производить и изготавливать и выставлять новые работы. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.